третьей части мы научимся работать с контактами. Создавать, редактировать, добавлять в избранное и удалять их. На аппаратах от Samsung работать с контактами можно двумя способами. Первый – это приложение «Контакты», которое служит для этого. И второй – мы можем использовать вкладку «Контакты» в приложении «Телефон». Мы будем разбирать приложение «Контакты», поскольку оно позволяет работать с избранными контактами удобнее. Мы будем говорить в конце об избранных контактах, и в приложении «Контакты» там их можно легко найти. Для того, чтобы открыть приложение «Контакты», вам, скорее всего, понадобится войти в меню приложений. Если вы используете устройство от Samsung, то вам нужно на главном экране смахнуть двумя пальцами вверх. Вы услышите экран приложений страницы 1 из 2. Это экран, который содержит в себе абсолютно все приложения, установленные на вашем устройстве. Вам нужно найти ярлык приложения «Контакты» и дважды нажать на него. Давайте сделаем это вместе. 18.08. Устройство разблокировано. Главный экран Вануи. Погода в зоне пос... Экран приложений. Страница 1 из 2. Я смахнул двумя пальцами вверх и попал на экран приложений. Теперь мне нужно найти контакты. 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 Создать контакт. Кнопка вне зоны постраничной навигации. Нашел и открыл. И первое, куда мы попадаем с вами, это создать контакт. Но давайте переместимся в начало. Всеволод Полпев. Это имя и фамилия, которые у меня используются в Google аккаунте. Всеволод Полпев. Открыть боковое меню. Кнопка. Можно открыть боковое меню. Здесь будут находиться различные настройки. Создать контакт. Кнопка. Создать контакт. Это кнопка, которая нам нужна. Но давайте еще немножко посмотрим. Смахиваем вправо. Поиск. Кнопка. Кнопка «Поиск», которая позволяет нам найти контакт. Другие параметры. Кнопка. Еще одна кнопка. Другие параметры. Помните, мы встречались с ней в приложении «Телефон». Она позволяет переходить к меню настроек. Добавьте избранные контакты в списке 200 пунктов. Заголовок «А». Первый пункт – добавьте избранные контакты, у нас сейчас их нет, а далее идут контакты, и каждый заголовок означает букву алфавита. Айнур Османова, Александр Епанишников, Александр Зеленов, Александр Попов, Александр Прыхненко, Александра Карпинская. И так далее. Думаю, дальше смысла перечислять нет. Найдем кнопку «Создать контакт» и нажмем ее. «Создать контакт» – кнопка. Имя, окно редактирования. Открыта клавиатура русский, Россия, русский. Всплывающее окно. Место сохранения контакта в списке. И первое, что нам открывается перед диалогом создания контакта, это место, куда мы хотим сохранить контакт. Телефон. Телефон. Google. Или аккаунт Google. И тут адрес электронной почты. Я буду сохранять контакт в аккаунт Google, потому что он также у меня используется и на iOS-устройстве, поэтому, чтобы была синхронизация между устройствами, я буду сохранять туда. Вы можете сохранять по собственному желанию. Место имя, окно редактирования, вне списка. Открыта клавиатура русский, Россия, русский. Изменить контакт. Много чего мы услышали, и первое поле, куда мы попали, это имя. Теперь давайте поговорим о клавиатуре. Если вы знакомы с клавиатурой компьютера, то она здесь абсолютно такая же, только сенсорная. Цифры здесь вводятся с помощью клавиатуры символов, так же как и знаки препинания, но буквы абсолютно такие же. Если вы с клавиатурой не знакомы, то сейчас я перечислю буквы. Будем рассматривать их сверху вниз, с самого верхнего ряда к самому нижнему. На верхнем ряду клавиатуры находятся буквы И краткая, С, У, К, Е, Н, Г, Ш, Щ, З, Х. На среднем ряде находятся буквы F, И, В, А, П,
R, O, L, D, G, E. На нижнем ряду находятся буквы Я, Ч, С, М, И, Т, мягкий знак, Б, Ю. Также на нижнем ряду находятся клавиши переключения регистра, то есть режима заглавных букв слева от буквы Я, и клавиша удаления справа от буквы Ю. Ниже букв находится клавиша пробел в середине, и левее находится клавиша для переключения языка и клавиша символов. Сейчас я описывал клавиатуру от Google, которая называется Gboard. Если у вас устройство не от Samsung, то данная клавиатура, скорее всего, установлена у вас по умолчанию. Проверить это можно следующим образом. Если слева от пробела кнопка называется «Следующий язык», то в таком случае установлена клавиатура Gboard. Если нет, то нет. Как ввести букву? Для того, чтобы ввести букву, нужно, как и в случае с цифрой, найти ее изучением касания и дважды нажать. Настоятельно рекомендую искать буквы изучением касанием, а не смахиваниями. Таким образом, вы будете получать представление о том, где в клавиатуре вы находитесь, и процесс перемещения между буквами будет гораздо быстрее. Для того, чтобы ввести буквы «Ё» и мягкий знак, нужно сделать следующее. Найти букву «Е», если мы хотим ввести «Ё», нажать дважды и удержать, и перетянуть до тех пор, пока синтезатор не скажет «Ё». Далее отпустить. Если мы хотим ввести твердый знак, то принцип такой же. Нужно нажать мягкий знак с удержанием и переместить палец до твердого знака и отпустить его. Твердый знак введется. В TalkBack имеется настройка, когда ввод буквы будет производиться по отрыву пальца от экрана. То есть вместо того, чтобы дважды нажимать для ввода буквы, вы просто отрываете палец от экрана. То же самое, что мы видели в iOS. Если вы слушали подкасты по iOS, то вы, наверное, помните. Если нет, то ничего страшного. Мы будем создавать контакт на примере себя. Я введу свои данные и на примере их потом покажу карточку контакта. Мы перемещаемся к полю «Имя» с помощью смахивания вправо. Имя, окно редактирования. И дважды нажимаем. Открыта клавиатура русский, Россия, русский. Данное сообщение означает, что клавиатура появилась. Мы можем писать имя. Напишем имя Всеволод. Нахожу букву В. Прописная буква Gboard. Прописная буква В. Нашел и теперь дважды нажимаю, чтобы ввести ее. Прописная буква В. И так с другими буквами. Пробел. М. С. С. Н. Е. Е. П. В. В. О. О. Л. Л. О. О. Д. Д. Далее мы хотим ввести фамилию. Для того, чтобы на устройствах Samsung ввести фамилию, нужно нажать «Показать подробные поля для имени». Режим редактирования, Всеволод, окно редактирования, имя. Показать поля с подробными сведениями об имени, кнопка. Вот эта кнопка, показать поля с подробными сведениями об имени. Нажимаем дважды, и здесь откроются дополнительные поля. Открыта клавиатура русский, Россия, русский. Телефон, именной суффикс, фамилия, окно редактирования. Мы попали в именной суффикс. Но нам нужно смахнуть влево, потому что это последнее поле в этой категории. Нам нужно смахнуть влево один раз до поля фамилия. Нажимаем.
Открыта клавиатура русский, Россия, русский. Мы попали в поле «Фамилия», и теперь мы пишем мою фамилию. Прописная буква «А». Прописная буква «П». Нашел букву «П» и дважды нажимаю. Прописная буква «П». Л. О. О. П. П. О. О. В. В. Ввели. Теперь переходим к полю «Телефон». Касаемся выше области клавиатуры. Электронная почта. Изменить контакт. Вот мы немножко перескочили. Смахиваем влево. Телефон. Нажимаем на телефон. Открыта клавиатура, клавиатура телефона. Прежде чем мы будем вводить номер, давайте посмотрим, что тут есть. Смахнем влево. Выбор типа номеротел. Мобильный. Именной суффикс. Выбор типа номеротел. Мобильный. Мы удостоверились, что больше ничего нет. Выбор типа номера телефона. Мобильный. Существуют этикетки, которые могут обозначать номер телефона. Мобильный, домашний, рабочий. Если вы слушали подкасты по iOS, то вы помните это. Мы добавляем мобильный номер телефона, поэтому мы оставим его. Режим редактирования. Телефон. Окно редактирования. Мы слышим фразу «режим редактирования». Это значит, что поле «телефон» открыто и готово к набиранию текста. Мы хотим ввести номер с префиксом «плюс 7». Чтобы ввести «плюс», нам нужно нажать клавишу символов, и вместо цифры 0 мы обнаружим символ «плюс». Клавиатура символов. Гборд. Открыта клавиатура, клавиатура символов. Точка. Пауза. Плюс. Плюс, вот он. Плюс. Прописная буква «Н». Клавиатура телефона. Открыта клавиатура, клавиатура телефона. В отличие от iOS, нам нужно вручную переключаться на клавиатуру телефона. По крайней мере, на Samsung так. Теперь вводим 7 и далее номер. 4. 7. 7. 9. 9. И так далее. Введите номер и продолжайте дальше. После того, как вы ввели номер, вы можете проверить его касанием над цифрами. Вы услышите режим редактирования, поле «Телефон» и номер, который вы ввели. Смахиваем вправо. Удалить номер телефона. Кнопка. Мы можем удалить номер без нажатия клавиши удаления множество раз. Добавить номер телефона. Мы можем добавить еще один номер, если нужно. Например, мы можем в одну карточку добавить один номер, второй номер, допустим, там мобильный, домашний или вторую сим-карту, как захотим. Электронная почта. Если есть электронная почта у контакта, можем ее добавить. Я обычно так делаю, чтобы контакт при получении электронной почты отображался как контакт. Группы. Развернуть. Кнопка. Под кнопкой «Развернуть» идут дополнительные параметры. Мы их касаться не будем, потому что информации уже и так много. Если у вас будет желание, вы можете нажать на кнопку «Развернуть» и посмотреть сами. Отмена. Кнопка. И далее идут две кнопки. Отмена. Сохранить. Кнопка. И сохранить. Они говорят сами за себя. Кнопка «Отмена» все сотрет, и мы вернемся назад. То есть никакого действия выполнено не будет. А кнопка «Сохранить» сохранит контакт. Нажмем дважды на «Сохранить». Клавиатура скрыта. Сведение о контакте. Переход вверх. Кнопка. Здесь открывается карточка «Сведения о контакте». Это очень удобно. И первая кнопка, которую вы, возможно, много где уже слышали, «Переход вверх». Это аналогичный способ переходить назад. Вместо нажатия кнопки «Назад» вы можете нажать на кнопку «Переход вверх». «Изменить контакт» — кнопка. Мы смахнули вправо. «Изменить контакт». Всеволод Попов. Мы услышали имя. Мобильный плюс 7, голосовой вызов, плюс 798, отправить сообщение, плюс 7, видеовызов, плюс 7, журнал, кнопка. Да, много всего. Мобильный, голосовой вызов, видеовызов и отправить сообщение, и журнал. Соответственно, если вы захотите контакту позвонить, вы можете нажать на соответствующую кнопку.
голосовой вызов, или если вы хотите отправить сообщение, вы можете отправить ему сообщение. Место хранения, кнопка. Можете изменить место хранения контакта. Добавить в избранное, кнопка. Можете добавить его в избранное. Изменить, кнопка. Изменить. Здесь вы можете изменить номер, если он изменился. Изменить. Здесь вы можете изменить данные ВКонтакте, например, номер или что-то еще поменять. Поделиться, кнопка. Поделиться контактом, если вам нужно отправить контакт кому-то. Другие параметры, кнопка. Другие параметры. Давайте добавим контакт в избранное. Добавить в избранное, кнопка. Контакт добавлен в избранное. Отлично, контакт добавлен в избранное. Теперь мы нажимаем на кнопку «Назад». «Назад», кнопка. «Контакты», «Создать контакт», кнопка. «Поиск», кнопка. «Другие параметры», кнопка. «Заголовок недавно добавленные», в списке, 202 пункта. «Всеволод Попов». «Заголовок избранное». «Всеволод Попов». Вот у нас здесь есть «Заголовок недавно добавленные» и «Заголовок избранные». И мы можем просмотреть избранные контакты. И вот он, контакт, который мы создали только что. Напоследок давайте удалим контакт. Для этого нам нужно зайти в карточку контакта и обратиться к пункту «Другие параметры». «Другие параметры», кнопка. Всплывающее окно. Удалить в списке. QR-код. Заблокировать контакт. Переместить в папку NAX. Удалить. У нас здесь есть 4 пункта. Удалить. QR-код. Заблокировать, если мы хотим заблокировать контакт, чтобы он с нами больше не связывался. И 4-й пункт. Но нам нужен первый. Мы хотим удалить контакт. QR-код. Удалить. Переместить контакт в корзину. Этот контакт также будет перемещен в корзину из учетной записи, в которой сохранен, вне списка. Отмена. Переместить. Кнопка. И нажимаем «Переместить». Удалено. Контакты. Все, контакт удален, но не полностью. Нам нужно удалить его из корзины. Для этого нам нужно открыть боковое меню. Открыть боковое меню. Кнопка. Эта кнопка находится в главном интерфейсе приложения «Контакты». Меню. И теперь мы находим пункт «Корзина». Здесь он последний, поэтому я смахиваю влево. Корзина, корзина, кнопка. Корзина, переход вверх, кнопка, вне, очистить, кнопка. Другие параметры, кнопка. Все удаленные контакты будут храниться в корзине в течение 30 дней, после чего будут окончательно удалены. Один из 49, в списке, 49 пунктов. Вот здесь описание, но мы не будем смотреть, какие контакты тут есть, а мы нажмем очистить. Очистить, кнопка. Очистить корзину, окончательно удалить 31 контакт. Отмена, кнопка. Удалить, кнопка. Корзина. Переход вверх, кнопка. Все. На этом удаление окончательно завершено, и контактов вы больше не найдете. На этом работа с контактами завершена. В следующей части, в итоговой части, посвященной приложению «Телефон», мы поговорим с вами о вкладке «Последнее». Ей очень просто пользоваться, поэтому часть будет небольшой. Попробуйте создать 5 контактов, например, родственников, друзей, посмотреть на карточку контакта, добавить их в избранное, в общем, повзаимодействовать с ними.